В 19 веке в России каждая женщина, желавшая подчеркнуть свою причастность к интеллигенции, обязательно носила шляпку. Такая шляпка свидетельствовала о наличии у девушки соответствующего образования и знания ею правил светского этикета. В 20 веке всем известная Софи Лорен сказала: «По-моему, женщину в шляпе забыть нельзя». На дворе век 21, но данный предмет гардероба по-прежнему актуален. И лишнее тому подтверждение в рубрике «Модные штучки». Наступает лето, а это значит, что женщина, как распустившийся цветок, предстает во всей своей красе. Именно летом, во время отпуска и прогулок по городу, многие модницы используют в качестве модного аксессуара шляпку. Да-да, именно шляпку, которая исчезла на многие десятилетия. А сегодня все витрины европейских и американских магазинов пестрят от разнообразия шляпок. Летом незаменимы соломенные шляпки. Их выбор на сегодняшний день огромен. Они представлены разными дизайнерами в разном стиле. Популярны в теплое время года и широкополые шляпы, которые идеально подходят к летним легким платьям и даже под купальные костюмы. Они могут иметь огромных размеров поля. Хочется отметить актуальность льняной шляпы в летнее время. Данный головной убор является спасением в жару. Хорошо впитывает влагу и моментально высыхает. С чем их лучше сочетать? Льняная шляпка имеет удивительную способность гармонировать с любым летним нарядом. Когда на улице нещадно палит солнце, летние головные уборы могут защитить нас от солнечного удара или от перегрева. А как правильно выбрать шляпку, с чем носить, нам подскажет эксперт в этой области, продавец торгового дома «Василинка» Галина. Нет таких женщин, которым не идут шляпы. Самое важное и главное – это правильно подобрать такую шляпу. А лучше несколько шляп, которые подойдут к разным стилям, к разным вещам. Лучшим советчиком в этом деле будет для вас зеркало. И когда вы выбираете шляпу, лучше всего, чтобы вы видели себя в полный рост. Для высоких женщин лучше подойдут шляпы с широкими полями, с большими, с высокими тульями. Для маленьких и полных женщин не нужно шляпы, которые плотно прилегают к голове и с маленькими полями. Таким женщинам подойдут объемные береты, кепки с козырьками, с жесткими, платки. Также шапки-ушанки. К лету мы привезли большой ассортимент летних головных уборов. Есть вот такие головные уборы, которые хорошо защищают от солнца. Они сзади на резиночке, то есть они позволяют плотно шляпке прильнуть к голове, и она не будет у вас сдуваться, допустим, ветром. Есть шляпки с очень красивым кружевом. Шляпки из соломки. Их очень большой выбор. Они разных цветов. Есть шляпки коричневые, желтая солома, отбеленная солома с различными дополнительными бусинками. Есть вот такие красивые шляпки. Шляпки с вискозы, которые украшены платками. Их впоследствии можно менять, эти платки. Глубокий синий цвет тоже очень хорошо. Кроме летних головных уборов, мы можем вам предложить большой ассортимент осенне-зимнего сезона 2012-2013. Это шляпы из велюра и из фетра. Велюр немного подороже, но он более элегантный, более приятный на ощупь. Сейчас это самый такой трендовый материал. Он бывает с украшениями, с различными, с брошками, вот такими вот какими-то декоративными элементами. С такими красивыми брошами. Фетр сейчас тоже, раньше он был в основном черный, сейчас цветовая гамма очень огромна. К любому пальто, к любой куртке, к любому плащу мы вам можем подобрать такой же по цвету головной убор. Также, кроме шляп, мы можем вам предложить большой ассортимент картин, которые вы можете порадовать не только себя, но и своих близких, своих знакомых, коллег по работе. Картины мы можем предложить вам не только репродукции и постеры в красивых дорогих рамах, но и картины, написанные маслом, картины из натуральной кожи, ручной работы, картины из натуральных камней, это уральские самоцветы. Мы работаем в торговом доме «Василинка» с 10 до 7 часов без выходных дней. Приходите, мы будем рады каждому клиенту. Модные шляпки помогут создать самые невероятные образы, от стильных в ретро-стиле до эффектных в этно-стиле. А что выберете вы, зависит только от вашего вкуса и фантазии. А я желаю вам приятных и полезных покупок.